носителей сверхтяжелого класса и многоразовых космических систем. Линейная скорость вращения Земли на широте Плесецкого составляет 212 метров в секунду. На широте Байконура 316 метров. 1600. Семиярусная конструкция позволяет проводить экстракцию. И тяжелые протоны, и легкие циклоны. Вещество первого класса опасности. Второе название центра эксплуатации объекта наземной космической инфраструктуры космодромной России. Организация объединяет десятки предприятий, работающих на обеспечении сервисов федерального космического движения. Давай.
большой стыковочный шлюз. Такой большой и такой стыковочный. Собственно говоря, это центральный модуль. Точно по такому же принципу собирается МКС. Основного гигантского состояния просто на этот модуль будет снаружи модуль, а тем модуль такой же шлюз. Ну вот только просто наводящий вопрос, вам что интересно. Ну это, конечно же, макет. Правильно? Это не макет. Но это и не оригинал, потому что оригинал лежит в Тихом океане. 2001 года. Суть в том, что для того, чтобы произвести такую очень наукоемкую, трудоемкую вещь, нужно сделать очень много тестовых образцов и прогонять на них все системы, пожаротушение, электрификация и все остальное. Соответственно, вот это. Это и есть один из тестовых образцов. То есть у него обшивка точно такая же, как у оригинального. То есть это, в принципе, оно могло полететь в космос. Не полетело просто потому, что это тестовый образец. Естественно, там нет никакой электроники. Это же последняя штука перед МКС, да? Сколько? Мир? Да. Вот эти два научных модуля, это последние российские. Американцы куда стыковались? А американские стыковались вот в этот же универсальный. Он как бы со всех сторон, да? А? Со всех сторон стыкуется. Да. Но опять же, это... универсальный шлюз, но это центровой для постройки все-таки. Он предназначен для того, чтобы у него модули стыковались в первую очередь. Uh-huh. Потому что для всего грузового и большегрузного есть вот тот шлюз, который на Мире, например. Да, понял. Вот, туда, именно поэтому туда стыкуется Квант, несмотря на то, что Мир это жилой модуль, Квант это грузовой модуль, это такая космическая доставка пиццы. И он стыкуется именно туда, потому что проще разгружать, и там больше буферная зона. Все-таки он тяжелее, надо его как-то туда спешить. Ага, становится реальной задачей.